Деканайс здесь, и я рад разговаривать с вами вновь. Я благодарен вам за повторы, которые вы заказываете. Следующая группа повторов от Темного Храмовника, или G-Style. Он прислал мне массу повторов, потому что сам он их просмотреть не может. Я выбрал более-менее лучшие, и сейчас мы с вами вместе с ними ознакомимся. Мэ значит Морталис. G-Стайл, Константин, Маркус, Феникс. В одной команде Cheese, The Vene и Big Dick в другой. Хаосит Cheese. С чего он открывается? Открывается он с казармы Хаоса. Далее у нас идет Имперская гвардия, Big Dick, Порт Хурон. Итак, куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Куда ты направляешься? Вижу. Строить барак у Эльдара. Эльдар у нас ЗВН, ЗНВ, ЗВН. Через одного капера он играет и рипов. Рипы будут брать точки, я так понимаю, или отправиться сразу в раш. Помогает. Гена нет. Три рипа у него. Ох-ох-ох. Вот это да. Три рипера. Вот будет раш так раш. Лишь бы его поддержали его союзники. Его начинание. Генератор далеко выброшен вперед. Возможно, где-то здесь тоже будет еще один штаб. Ладно. Некрон G-Style. Турелька недостроенная для потенциальной защиты. Потом можно ее отменить. Генераторы, НВшки, скоробейчики. Все ясно. НВшки уже вышли и идут вперед. Смотрите-ка. Ух, встреча, встреча, встреча. Как подбежал Эльдарец. Встреча старых друзей, ближний бой. Завязал, среагировал G-Style молниеносно на ближний бой. Микрит, смотрите-ка, Эльдар Микрит просто включает, выключает. Здесь же выбегает КС. Ох-ох-ох. Ну что, будешь турельку достраивать? Да, скоробейчики едут достраивать турельку, потому что запахло жареным. Уже два репа, уже КС здесь мелькает. Что-то здесь будет. Игнорирует Эльдар турели, пробегает в тылы. Ну, в принципе, логично, быстрые ноги позволяют это сделать. Турелька от Биг Дика. Хауситы пришли сюда же, они поддерживают, парни поддерживают полностью начинание этого Эльдара. Здесь же подбежали хауситы, две пачки от Чиза. Гвардеец строит турельку на входе, КС уже здесь, ух, все трое здесь. Чем заняты союзники G-Style? Гвардеец идет в Т2. То есть у Гвардос пуст. Космодесант Константин уже помогает, уже здесь. Но что он может сделать с этими двумя пачками десантников? Отходить в кавер, конечно. Застройка. Два рипа. Три рипера. Три рипера. Они даже размашенные, посмотрите. Плюс КС. Разваливают армию Некрона. Reinforce. Этого явно недостаточно НВшек, нужно что-то посерьезное, потому что три рипера плюс КС, это жестко. Пачка смов. НВ. НЛ. Эльдар берет точку в тылу у Некрона. Урон по гену. Запретный архив. Лорд Хаоса. Две пачки смов, смотрите-ка, сейчас будет турка пробита. Ген сломан. Гвардеец пока отсутствует. Минки от Биг Дика сюда. Не достроил, не успел. Но идея была неплохая здесь, чтобы заткнуть здесь силы противника, которые сюда бы шли. Сливается здесь Константин. Вокруг турельки бегает. Так надо было турельку стрелять. Что ты вокруг нее-то бегаешь? Надо было стрелять турельку. Ее же пока чинить-то некому. Три пачки рипов разваливают гену этому Некрону. Осталось лишь два. Две пачки смов сюда дошли до кавера. В принципе, третья пачка смов здесь. Турельку, сломать турельку, конечно. Куда ты бежишь? Сломай турельку. Почему ты игнорируешь и пробегаешь эту турель? Почему? Что ты творишь, Константин? Еще одна турель. Обелиск нужно поставить на удар. О, смотрите-ка. Набросил точечку Эльдар. Сейчас телепортнется и будет здесь строить точку.
СМ добрался до базы Некронов. Сейчас, возможно, будут вязать в ближнем бою. НВшки будут вязать, и Эльдар будет получать уже урон. Все, поддержка кончилась. Кончилась поддержка. Но нагадили они этому Некру достаточно. Еще бежит в тыл, но здесь уже все. Здесь три пачки десантников. Три пачки десантников здесь. И Некроны, и Турель, все. Все. Сейчас Эльдар уже здесь не актуален. Он нагадить успел, застроил. Еще и врата здесь строит. Грейт точки. Но гены продолжают ломаться. Удара обелись. Лучше бы здесь передовой бы, наверное, сделал. Еще НВ. А что еще сделать-то? Еще НВ, конечно. Точки у Константина. Не застроено. Турелька не достроена. Генератор болтается. Красный СМ Константин. Ребята, у него есть просто третьих пачки смог. И он ничего больше не делает. Он не строит себе больше точки. Турель бесполезную отменяй. Ну хотя бы он пришел помогать. Два тяжа. Окапываются, работают через текстуры. Что мне не нравится. Если уж мы, братцы, любим говорить о багах, о нечестной игре, то вот это нечестная игра. Я продолжаю лишь начинание всех защитников честной игры. Смов масса. Масса смов. Конечно, Эльдара мог уже подслить. Конечно, да. Но ты бегаешь. Тебе нужно остановиться и нанести урон. Остановиться. Да, точку они, конечно, сломают. Они сломают. СМ. Форс. Лучше б ты застроил свои точки. Пошел бы на крит. Там свы, правда, стоят. Ну ладно, ладно, ладно. Отбились, помог. И кто помог? Именно этот Константин. Ценой своей базы, ценой своих построек, ребята, своих генераторов. Он помог Некрону. Вот она, игра союзника. Зачем ты выбросил генератор сюда? Биг Дик. Наверное, ты хотел построить возле него штаб, но не успел. И посадить бы сюда, знаете, от крита бы сыграть. Было бы неплохо. А теперь все, твой ген пал. Что у Хаоса Чиз? Он Т2. У Биг Дик тоже Т2. Эльдар. Он делает фару и Чи... И еще рипов. Хотел сказать четвертую, но она и на самом деле четвертая. Но в данном моменте она третья. Ну, если взглянуть на мини-карту, мы видим большое красное пятно, которое двигается в сторону космодесанта Хаоса. Но здесь их встретят. Их здесь встретят и две точки, и в укрытии Лорд Хаоса, и гвардейцы, и КС. Смов много. Когда смов много, они сильны. Перевел, тяжи, смотрите-ка, перевел. Ха, что ты сделал эту фару, ты ее слил. Маркус Феникс перевел свои тяжи на фланг Некрона и простреливает базу Эльдара. Наверное, нужно все-таки одного на антитех сделать. А он идет в Т3, а здесь арта. Маркус Феникс нам демонстрирует теч. Точки надо сейчас грейдить. У космодесанта успех на хауситском фланге. Он здесь продавливает. Продолжается вот этот простой. Он не застраивает точки. Генератор вроде стал строить, но точки он не строит. Солярка от G-Style. Пришли, теперь ломают базу хауситу. И ответные тяжи, собственно, от Биг Дика. Эльдар снова здесь портуется, застраивает точку. Турелька от Некрона. Три тяжа. Эти смы, они на Т1. Они слабы. Чуть-чуть сейчас появятся более-менее адекватные войска, и эти смы рассыплются. И снова врата. Он, наверное, отсюда хочет высадить всю толпу. Да, сейчас отсюда вылезет толпа. Отогнали. Отогнали СМА. СМ Т2, кстати. Константин Т2, ребята. Он Т2. Да, высадились. Но новая фара. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты навеки будешь. Навеки будешь в Т1. Навеки. Невидимость еще делаешь.
Что ты творишь? Что ты творишь, Эльдар? Ты в Т1. Рипцы далеко убегают. Ну ладно, ладно, хорошо, ладно. Ну и Некрон в Т1. Некрон-то тоже в Т1. Ну сейчас может пойти в Т2, кстати. Гвардеец Т3. Каски. Космодесант вышел в Т2 ракетницы, но... немножко припозднился. Тяжи здесь. Как, кстати, синхронно они работают. А куда, кстати, твои делись? А, ты их сюда перевел. Ты их перевел на Эльдара. Поработать на Эльдаре. Ух ты, жесть. Здесь еще автопушки стоят. Help, Neck. You noob, help, Neck. Немножко не уловил сути. Какому Некрону он пишет? You noob, помоги Некрону. Кому ты это пишешь, господи? Вот он, Big Dick. You noob, help, Neck. Какому help, Neck? Ну, кстати, смотрите, вот невидимость ты сделал. Noob, Neck, need your help. Что ты имеешь в виду? Некрону нужна ваша помощь. Ну, видимо, он так фанится сейчас, что ли, я не знаю. Потому что вроде как они сейчас убивают. СМ-то беззащитная база абсолютно. Здесь у него 4 химеры, 2 пачки десантников хаоса. Тяжи. Наверное, в этом дело. Я не знаю, в чем прикол. Но Константина сейчас просто нагибают. Просто его разносят. Просто вот так его разваливают. Он, кстати, Т2. Ну и что? Главка от Биг Дика. Еще одна. Ты в Т2, ты выходишь в Т3, ты строишь еще одну главку. Лучше врата в тылу эльдарские. Главка падает у Константина, ребята. Вот это вообще от Биг Дика. На самом деле решение такое себе. Т2 G-Style. Точку сломали. Касочки. С плазмой. Тут антитех нужен. Одного санта бы, наверное, сделать бы. Т1, риперы. Лол, Константин. Ты плохой тоже. Здесь постройка Т2 в тылу. Вот это скиллуха. Втроем. Здесь и гвардеец. Здесь и дефайлер хаоса. Здесь и Эльдар. И точки забирают у этого бедного Константина. И главку ломают, ребята. Сейчас будет 2-3. Что за жесть, братцы? Что за жесть? Все, главку снесли. Точки забирают. Ребята, ребята. Солярочка от G-Style. Да, лучше поздно, чем никогда. Касочки. Точки забрал. Хаусит Т2. Реликта забирает. Тяжи. Арта. Тяжики уже Т3, кстати. Артиллерия работает. Парни остались вдвоем. На плюс 70 Некрон сидит. Гвардеец. А что гвардеец? Он химерок спамит. Что гвардеец? Как они будут сейчас тащить? Как? У тебя рабочий один, а главки у тебя нет. У тебя единственный рабочий, и вот это казарма. Все, красный космодесант Константин, он выведен из игры полностью. Его нет. Зато у ИГшника вторая главочка построена. Огрины от Маркуса. Касочки от Маркуса. Химерочки от Маркуса. Антитешек от G-Style. Ну, 2 антитеха плюс лорд. Ну, блин, отбились, спасли остатки зданий. Что дальше? Касочки от ИГшника-неприятеля. Эльдар вот только все еще в Т2, но он грейды не делает. 14-й минуте. Танки. Лимит. Грейды на смов. Ну что?
Т4 от гвардейца Порт Хурона. Тут решил пострелять. Так стрелять-то надо тоже. А, ну по нему и стреляю. Так, убили. Ух ты! Ух ты, по турельке шторм! Ну сколько выбило? Ну, грубо говоря, 900 она выбила, ладно. Т4, грейды. Эльдар в Т2. Джестайл идет в Т3, кстати. Маркус Феникс в Т4 выходит. Каски, огрины. Добавлять пристав к ним, конечно, нужно. Текенхолда нету, надо декапить. Бедный Некрон опять получает урон. Опять у него ломают точки, генераторы, турели. Господи Иисусе, я не знаю, вытащат ли они это или нет. Я без понятия. Вытащат, как они это вытащат? И вытащат ли вообще? Ух, как хорошо вошло. Ой, как хорошо вошло сюда по Эльдару. Т3 G-Style. Дестройер. Ну да, почему бы и нет. СМД капит точки свои. Марсианский центр командования. Сейчас будет Бен Блейд. Как парни это потащат, ребята? Я не знаю. Вот этот реплей я не смотрел до конца, братцы. Я не знаю, чем он кончится. Прист. Один прист. Как он разносит этот ген? Второй. Боже. Обелиском бы убил его. Ну, типа подслились, знаете, типа подслились. Не заказано. Ресурсов-то не хватает. Один выстрел, один труп. Т3 идет хаос. Второй танк. Копит лорды. То же самое, Беня скоро будет. Бенни, Лиман, ресурсов-то масса у Порт Хурона, масса. Что у Эльдара? То же самое, куча ресурсов в Райт Лордов спамишь. Сейчас пойдешь, наверное, просто разбирать. Не, ну верхняя команда уже, наверное, руки потирает, сидит от радости. Победила, одного убила, вторых поддавила. Гены дважды Некрону он ломала. Дважды Некрону все гены сносила здесь. Но игра продолжается. Игра не заканчивается. Заказан Бен Блейд у Маркус Феникса. Дестройер чинить. Снайпер здесь неплохо постреливает. Бен Блейд от верхней команды. Хаусит Т3. Эльдар. Три врайт-лорда с пушками, с наплечными. Снайпера срисовали. Смов закачал, плазму выдает. Колдун невидимость бы дал. Леман от Порт Хурона. Леман. Ух ты ж, блин! Ох! Плазма хаоса, 4 из 4. Бен Блейд. Ну что, пехота? Ну что, пехота? Против Бенни пехота не попрет, уже все! Уже все! На! Ух, на! Были смы и нет смов! О-хо-хо! Еще одна! Ух ты ж, блин! Солярочка от G-Style, хорошо! Вовремя, вовремя, вовремя! ИГшник здесь, только ИГшник и один лор. 200-200 вошло по Бен Блейду. Антитешек.
Чем закончится эта стычка на центре? Чем? Чем? И мортальчики. НВшки выходят. Пари. Беню чинить надо. Чинить Беню надо. Облиты. Облиты, ребята. Вдвоем. Они вдвоем дают бой троим. Здесь немножко Эльдара есть. Чуть-чуть. Чуть-чуть Эльдарит здесь бегает. Здесь есть Хаусит. Айгуэс, вы за... Кто-то там. А куда Беня делась? А где Бейнблейд? А где Бейнблейд? А сломан! И вот неожиданно нижняя команда вдвоем дает бой трем верхним. То есть и мортальчики здесь есть, и огрины есть, и лиман, и Бейнблейд. Хорошо. Идут на хаусита одержимые. Ну, здесь пока ломали базу остатки зданий космодесантника. От черепка, от СМА, кстати, черепки ездят. Станет, наверное. Наверное, станет. Застанешь? Застанил. И Беня не выйдет. Застанена, сломана. Минус Беня. Как же так? Как же так, вы трое? Вы трое, и вас разваливает, грубо говоря. Один ИГшник при поддержке Некрона. Вот это новости. Ага, вторая главочка здесь, хорошо, Эльдарец, молодец. Главочка, тут базу он строит, молодец, что. Четыре в Райт-Лорда стоят. Отлично, отлично, отлично. Так, держать. Совет здесь попытался, что ли, монолит, что ли, сломать, он попытался. А, релик декапит, релик. Ну что, сейчас познакомитесь с Бейнблейдом, познакомитесь поближе. Че не стреляешь? Эльдар, используй шагатели, чтобы уничтожить моно. Порт Хурон, мне кажется, начинает что-то подозревать, что что-то тут не то. Шесть в Райт-Лордов, шесть. Седьмой, просто сейчас их обведи, и можно действительно пойти и сломать монолит. Действительно можно попытаться это сделать. Действительно. Их же полно. Они быстро ходят. ДК приликта. Бейнблейд заказан. Еще гены. Ну, Эльдар отсутствует, по сути. Он вроде бы есть, а вроде бы его и нету. Он так появляется и исчезнет. Появляется и исчезнет. Копит силы, стоит свои эльдарские. Как бы, знаете, игра-то 2 на 2 идет. Как бы то ни было, игра 2 на 2. Редкое только появление здесь Эльдара. Время только тянет. Ну вот он и пошел, 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 пошел. Куда ты пойдешь? На Мона ты пойдешь. Нападай, конечно, на Беню, на Лиман нападай. Где Эльдар, твои копья? Слабовато, слабовато ты дамажишь, слабовато. Копья. Было бы копье, снес бы дважды два. Было бы копье, снес был 2x2. А нижняя команда начинает продавливать уже. Начинает. Начинает продавливать. Но здесь слишком много урона. Здесь два тяжа. Здесь совет. Здесь точка. Знаете, какие бы вы ни были парей крутыми, не выдержать столько урона. И совет, и тяжи. В общем, ребята, нет. Бейнблейд на починку. Одержимые, лиман, облиты, и за ними двигаются, артиллерия выехала, за ними двигаются в Райт-Лорды. Еще одна. Все-таки решаешь пойти к гвардейцу, сломать Беню. И сломает ведь, сломает. Сломал, сломал, пришел, сломал. Сколько бы дел мог наделать этот Эльдар, будь у него еще бы световое копье. Урон был бы, наверное, удвоился бы точно. Огрины на дальнем бою стоят. Увлекательно. Увлекательно. Ну и как бы то ни было, верхняя команда отбивается, ввиду того, что их трое. И переходит в контрнаступление, кстати.
Неужели продавят? Монолит от G-Style. Монолит. Ну что? Кстати, СМ станет. Константин, он подстанивает своими черепушками. Монолитус на починке. Совет забегает. Забегает совет, ДК вид. Ох, ребята, что-то чувствую, не выдержит нижняя команда. Не выдержит. Их двое. Их двое, и армия закончилась. Наступательный потенциал закончился. Огрины в дальнем бою стреляют. А этот смов делает до сих пор. 25-я минута, он делает смов. Масит их. 67, вроде бы прирост и есть. Снайпер здесь безнаказанно стреляет. Опа, ага. Прыгнул вперед. Ну. А, СМ-то смотрите, забрал. Ему надо сейчас главку отстраивать. Здесь опять совет и тяжи сюда бегут уже. Новый Бен Блейд, кстати, от Маркус Феникса. Новый. Монолит и Беня. Может поправят ситуацию, а? Может поправят ситуацию-то? Но здесь опять гены точки ломают. Ну, в принципе, ломайте, фиг с ними. Здесь начать отстраиваться где-нибудь генсы некронские. А армией Бен Блейдом и Монолитом пойти ударить по гвардейцу. Попытаться пойти что-то делать. Парий, Монолит, Бен Блейд, Лорд. Касочки, все как бы есть, знаете, воевать-то есть чем. Ладно, забить на эту базу. Пойти, пока есть возможность, пока есть передышка, пойти вперед. Есть силы, есть. Пойти и разнести. Достаточно, это хорошая мощь, достаточно Монолит и Бен Блейд. Ох, призма. Ловить призму, станет ее. Станет лордами и дестройерами захватывать и подчинять себе. Конечно. Черт с ним забить. Лжец поправит ситуацию. Но, блин, он, наверное, выйти не успеет. Парии проходят, конечно, разваливают, подчищают здесь все. Чини, двигаться, чинить. Есть ресурсы, строить монолит здесь второй, вокруг него гены. Двигаться, конечно, двигаться. Держи. Монолит, Хэви Дестер. Дай сбрось ты одержимых. Забей ты лордом, бежи облитов. Монолит еще поближе. Призмочка. Ох, аватар. Я переживаю, ребята, за нижнюю команду. Монолит, молодец, Монолит. Я так хочу, чтобы она победила, братцы. Чини. Чини, возьми скоробейчиков, потащи, почини Беню, почини ее. Не сливай, Бен Блейд, не сливай. Нельзя сливать, что ты делаешь? Эх, слил парень, слил. ГГ, эх ты ж, блин. Ну чё ж ты Беню-то отдал? Ну ты чё её отдал-то? Чё к чему? Вот чё к чему? Некрон отдал лорда. Эх, ребят, блин, да? Затащили бы. Вы бы затащили, ребята. Чёткие, слаженные действия. И вы развалили бы эту троицу. Разнесли бы её. Просто разнесли бы ее. Но, увы, нет. Не хватило понимания, не хватило скилла, чтобы разнести. Но вы, ребята, видели сами. 2x2 выигрывалось нижней тимой. 2x2. Когда был Беня, когда был Монолит, продвигаться и разнести это все. Разнести в пух и прах. СМ-нуб. Нек-нуб. Все нубы, ИГ-нуб, все нубы. Да, все нубы заключают порт Хурон. Все здесь нубасы. Да. О, G-Style biggest noob. Видимо, у порт Хурона какая-то личная неприязнь к G-Style. Ну, правильно, G-Style долбили всю эту игру практически вдвоем, втроем. Правильно.
Блин, а? Маркус выходит, Константин выходит. Остается один G-Style. Один-одинешенек G-Style, блин. Да, здесь стоят, дежурят, когда монолит сломают, чтобы сломать его окончательно. Эх, блин, а. Ну, хоть главку забрал. Да, уже обидно, братцы, обидно. Ну, до боли обидно, ребята. Все, остановился. Некрон остановился, тоже вышел, наверное. Да, вышел. Некроша вышел. НВшки производятся уже на автомате. К монолиту никто не подходит, боится. Боятся монолитус этот, боятся. А, нет, 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 здесь, G-Style здесь еще. Куда телепортик? В тыл. В тыл, в тыл. Еще живет, ребята, живет, G-Style прячется. Вот в чем фишка Некронов, единственное производящее здание, оно еще и двигается, оно живое. Может ходить, ездить, перемещаться и стрелять, вообще классно. Бедит здесь не быстрее. Чем парни заняты, чем они заняты? Ой, ребята, нижняя команда могла выиграть, могла затащить, могла раздолбить эту дерзкую троицу, этого дерзкого порт Хурона, но нет, нет, не хватило силы, не хватило. Ни умения, ни скилла не хватило, ребята. Эх, сломан появляется, дождался, о, дождался, но нет, не дождался. G-Style сам вышел, сам себя убил, и Эльдар не получил удовольствия забрать последний фраг. Ну, да уж, братцы, неожиданно. Эпик так эпик, ребята, вот серьезно. Вот серьезно, ребятушки. Ой-ой-ой-ой-ой, эпик, эпик, ребята, напишите комменты. Напишите комментарий прямо сейчас, вот прямо сейчас. Прокрутите колесико, скроллинг сделайте колесико мыши вниз и оставьте комментарий по поводу этой игры. Обязательно напишите, поставьте видос на паузу и оставьте коммент. Ну а мы переходим к следующему реплею. Следующий реплей у нас пролом. Давайте посмотрим. Кстати, пролома давно у нас не было. G-Style в команде с Энигмой против Антихриста и God Still Loves You. Ты забыл? Ты забыл? Господь любит тебя? Ты разве забыл? Так, 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 хауситы. Побежал рабочий к реликту. Что тут хочет? Генец? Потычиться захотел хаусит? Так, имперская гвардия Антихрист. Что-то тут затевает, накидывает. Генератор он выбрасывает далеко вперед, чтобы выдвинуть еще дальше штаб сюда, на центр, на единственный проход. Ладно. Хаусит первый строит ген, потом строит храм хаоса. Может быть, как вариант, он собирается потечиться. Все понятно. То есть гвардеец будет здесь типа прикрывать, а хаусит будет течиться. Почему течиться? Потому что при тече всегда строится первый генератор, чтобы как раз хватило ресурсов. Да, Т2, да. Неплохо, кстати, на 49-й, неплохо, нормально, нормально для Тэча, хотя делается отсюда на 30-й, на 35-й, грубо говоря. Ну и на 49-й тоже сойдет. Ладно, Т2, дерзкий Тэч, ладно, окей. Что там? Энигма. Ё-моё, турель на центре. Ну какая турель на центре? Ну что такое-то? Ген и форс, вот эта связочка. Ген, если ты строишь ген, строй форса. Ладно. Ладно, два скаута, все, точки берет, все хорошо. G-Style Некрон съездил, посмотрел. Ох ты ж, батюшки, смотрите, какой тут строитель у нас. Генератор, он вы еще генератор. И только потом третьим номером он строит штаб, понимаете? Как он далеко штаб-то выдвинул. Ох-ох-ох, Антихрист, вот так задумал. Ну, то есть, чтобы окончательно здесь в центре окопаться и дать этому хауситу возможность преспокойно течиться, во что он там хочет. Да уж. Но, знаете, не против некро. Вот все вот эти застройки ИГшные на узком перешеечке, вот здесь, вот это все так. Это все для красоты, как говорится, потому что некрон просто пойдет и раздолбит, разнесет все эти укрепления.
Значит, переписочка, not event build, тебе не нужна турель, не достраивай ее, агрессивно работает with my touch. Так, ага, типа, давай немножко агрессивно, хорошо все, будет работать все с моим течем, хорошо, твоя агрессия будет работать с моим течем, хорошо. Так, все хорошо, хорошо, да, да-да-да, вот уже хвостит в Т2. Хауситик у нас уже выходит приспокойненько в Т2. Что это такое? Отменил, подобрал. Интересно. Интересное решение. Сразу грейдит точки. Лучше бы одну, наверное, все-таки. Потом бы лучше бы Т2 нажал, знаете. Форс и турелька. Нужен пульс. Чтобы пропушить, нужен пульс. Нужен солар. Будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Культяшечки сбегали на разведочку, посмотрели, одного убили, убежали. Разведочку поглядели они. Все, неспешное развитие. Такая вот один из классических вариантов игры на проломе, это тэч. Это тэч, 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 тэч. Никто никуда не идет, здесь боятся гвардейских штабов. И никто никуда не двигается у нас. Что насчет Т2, космодесант? Нет, Т2 у него. Лорд и пара НВ. 4, 5, 6. Плюс 70 будет прирост. Все хорошо. Ну, вот этот запретный архив, знаете, лучше выдвигать вот сюда, на передовую. В месте, где будет нападать враг. Чтобы стояла она на пути, чтобы мешала, чтобы на нее отвлекали, чтобы по ней стреляли. Ну, знаете. Ты все равно ее на Т2 дельнешь. А она крепкое здание. Вообще крепкое. Как главка. Так что лучше строить ее. Вот сюда, на передовую. Что у Хаусит? А Хаусит идет в Т3. Ох-ох-ох. Точки грейдит. Ну правильно, в момент перехода на Т3 грейдит точки, будет экономика. Будет тебе экономика для реинфорса твоих одержимых и облитераторов. Вторая точка, конечно, третья будет. Да, будет сейчас. Течится через казарму. Через казарму это отличный вариант теча. Даже, наверное, лучший, я бы сказал. В том плане, что тебе потом не придется строить казарму для лорда хаоса, принца демонов. У тебя есть пульс? Плюсик. Пошли. Ну, пошли. У тебя одним форсом и спрашиваешь, есть ли пульс? Так хотя бы армию какую-нибудь сделал бы, там смог хотя бы. Ломайте, давайте. Ну-ка. Мы должны... Мы окей. Я иду Т3. Юниты скоро. Все, все нормально. Юниты Т3. Все, скоро будут супер мои юниты, которыми я буду разваливать всех этих незадачливых десантников и некрошек. Все. Проломили линию обороны, если такая имелась. Не чинил, верное замечание. Ты не чинил? А ИГшник в Т2. Сейчас техника пойдет. Ну, вот они, гены на передовой. Грейжные НВ. Ага. Т3 их усит. Яма демонов. Одержимые заказаны. Второй ген сейчас пойдет. Так, игноринг и на точку. Ой, ну так пойдет. Турель! Не-не-не-не-не-не. Главка сломает. Отменяй. Отменяй. Что делаешь-то? Отменяй. 125 выкинул. Нет, отменил, наверное. Но турель. Ну, правильно-правильно. Нет, нет турели, конечно. Одержимые и облиты сейчас высадятся. Одержимые и облиты. Пуш, хаос, пишет Энигма. Правильно, понимает, в чем дело, потому что гвардейцы не продавить. Пуш, тембак, я пушну их назад, ты должен течиться и прикрывать. Одержимые и облиты. Ну что, ну и что? Идут к Хауситу. Смотрите-ка, Хаусит прогрейдил все точки, кроме передовой. Как будто чувствовал, что если эту точку сломают, то, знаете, не обидно будет. Была не грейженная, декапчик. Ну, Энигма пишет, ты можешь построить турельку у Хаоса. Облиты. Ну что? 6.30, одержимый облитератор. Ну, конечно, лорд повяжет облитов, это понятно. Одержимые будут пытаться его сбросить с себя. НВшки реинфорсятся и идут за ними, за облитами и одержимыми. Лорда чинить, сдвиг, shift, сдвиг. Тьфу. Эх, ну а теперь все, лорд пал, НВшки тоже падут, телепортируйся. Ох ты ж, блин, ну чё ж так безрассудно-то, а? Чё ж так безрассудно-то? Пришел и слился, ну ёлки-палки. Арта.
Телепорт. Все. Элементарно отбиваются. Вот что такое Т3. Юниты Хаосита. Так, Т2, гвардеец. Т2 и... Т3 идет СМ. У него Хелдред сейчас выйдет. Хорошо против одержимых и облитераторов. Это хорошо. Ёлки-палки. Да что? В смысле? Да перестаньте! Ну какие турели на центре, ребята? Ух, встретили. Еще турели-то антитешные. Бабах, на минах. Ну ладно, хорошо, на минках. Хорошо, ладно, сойдет. Ну вот минус одна турель, ладно. Ну на минках поработают, ладно. Ладно. На минках он подлетел. На минках он хорошо влетает, кстати. Но это одержимое, ребята, это одержимое. Ух, как больно, Адирам, как больно. Ну здесь форса не надо отдавать. Встретили. Чинить надо. Встретили одержимых, облитов проломить не удалось. Т2, Т2,5, Т3, прирост. Некронлорд встал, пошел ломать гены. Ага. Слабоватый урон, конечно. Ну хотя бы раскидывает. Он раскидывает. Это задача есть Хелдреда, раскидывать. Задача Хелдреда раскидывать. Бах! Ух ты ж, блин! Ну жесть, ребят, ну красота же! Красота, ребята, где вы еще такое увидите? В какой РТС вы это увидите, ребята? Вот такие взрывы! Вот такие лучи плазменные, ребята! Ну где? Это неимоверная эстетика, ребята! Солярочка, так раньше надо было это делать, раньше! Кто здесь? Опять танки. Да почему вы все время делаете эти танки-то бесполезные, ребята? Почему? На Т4 их делайте. А сейчас ты Т3, ты дроп готовь. Дроп. Терминаторов сделай. Дредов на массе танк-то тебе зачем? Залети к Гвардосу и сломай ему главку. Дестер. Тем более Некрон прикроет, свежее подкинет. Солярочку бросит в нужный момент. Так, подсветил. Продолжает турельки строить. Дредик на передовую, конечно. Бах, ну хорошо, дред на передовую, это хорошо. Одержимые боятся на мины идти, поэтому их сожгли огнем. Дред. 200-200 прилет. Некрон Т3 идет. Угу. Ну тоже дред размигривается и теряется. Ну, заберет, ладно, забрал двух неуклюжих облитов. Так, что? Кошмары. Передовую точку так и не грейдит. И что, и все, ты на этом решил остановиться, хосит на этом? Видишь, что уже не получается? Завязывай с этим. Завязывай, иди в корову, иди блатырства своего, джамп, прыгай. ЕГшник. А чё у ЕГшника? Касочки, КСочка, приростики. Прыгаю, наверное, имел в виду лордиком. Прыгай вперед, чтоб я дреда бросил на передовую, наверное. Опять танк. Ты этот теряешь, второй делаешь. Много ли этот танк здесь настрелял? Одного кошмара убил. Так, ну чё? Новый лорд. Где ты успел его отдать это? Опять танки. Да перестаньте вы делать эти танки, ребята. Они не актуальны до Т4. Перестаньте вы их делать. 200-200 еще прилет. Или это касочки? СМУ на Т3. Надо делать дроп. Надо делать жесткий дроп. Вот ты прыгнул. Ну давай, накидывай дредов сюда. Где твои терминаторы? GetBB, Starting Help. Иди в Бейнблейд или начинай помогать, да. Все, полетели сейчас сюда две пачки терминаторов. Полетела сейчас сюда пара дредов. Падает главочка, падают все здания. Все, игра заканчивается.
Нет, мы будем делать танки за 600, за 600 энергии. Лучше бы ты сделал двух дредов и отправил их вот сюда. Угу. Нет, сейчас сюда бросит. Вот дред ходит, второй уже дред сливается. Просто по полю гуляет здесь и сливается. Молодец, 200-200 прилет. Еще танк. Правильно, еще танк, на. Гвардейцу ресурсы девать некуда. Он шлепает 200-200. Где твои, браток, огрины? Где огрины, тяжик? Тяжики, огрины где? О, о, наконец-то. Наконец-то дреды полетели. А, ну это только один дред. Ага, только один дредик. Кошмарики одержимые сейчас встретят. Хаусит затетился в Т3. А что делать дальше, он не знает. Что дальше делать, а хрен его знает. Ресы-то кончаются, на реинфорс бесконечно идут. На бесконечный. Гвардеец тоже течется, ресурсов масса. Ни огринов нету, ни тяжей нету. Пачка касок и все. Все, танки застанены. Много ли эти танки наделали? Да вообще, они только ресы потеряли. Ничего эти танки не сделали, ребята. Ничего. Тетешная турель. Больше кса. Бенблейд заказан. Ох-хо-хо-хох. Кто здесь? Опять танк. Господи, прости. Господи, прости. Бог ты мой. Ты три слитых твоих танков. Тебе мысли никакие не навели. Тебе никакие, что эти танки больше не нужны тебе. Что тебе нужно Т4 и Ландрайдер, а? И терминаторы. Нет, новый форс. Да, термосы. А зачем термосы? Я буду танки делать и сливать их. Ну, правильно. Терминаторы не нужны. Дроп делать тоже не надо. Как играть на Т3 за космический десант? Это делать дроп. Это сделать двух термосов. Присоединить к ним библиария командора для бомбардировки. Сделать пару дредов. И попытаться немедленно запрыгнуть в тыл. И начинать разбирать базу кому-нибудь. Немедленно. О! Ой, красота, ой, как хорошо вошло. Ой, как хорошо вошло, да еще и на отступлении-то. Да, как раз, бегите. Ты, блин, пауза это. Убежали. Ух ты, ё-моё, ребят. Так, сейчас, монолит, конечно. Плюс 70 мало, где 80-й генератор у тебя? Плюс 80 минимум. Так, ну чё, генец, ага, туда-сюда. Где у тебя Т4? У тебя Бенблейд сейчас будет, это понятно. Это понятно. Ой-ой, опять танк. О, тяж наконец-то что-то начинает делать. Ой, танк опять помер. Надо новый танк делать опять, молодец. То есть ты вкачал себе два прироста энергии, а прирост влияния себе вообще не скачал. СМ строит турели. О, терминатор их в 16-й минуте высадил, только-только высадил. И сейчас сольет их. Высадил, чтобы слить. Молодец. Тут толпа. Тут толпень. Нет, надо их высадить сюда и слить. Монолит. Ох ты ж, блин. О! Одержимые забежали за генераторами. Строится 80-й ген. Но сейчас он пощелкает те гены. Ох, блин, а. Беня. Беня монолит. На космодесанта без слез не вглянешь на Энигму. ЛП-3. О, да, пришел за генератором. Еще и облиты сюда протонулись. Бог ты ж мой, ребята. Все сейчас заберет, все. Все гены сейчас заберет. Вот просто так. На ровном месте. Терминаторов высадил. Еще кошмары. Да, бомб стоять сейчас. Бомб стоять до второго пришествия, ага. Кошмары. Парень на одержимых. Ну, одержимый ломает гены, сломали его. То есть одержимые задачу свою сделали. Во, иди, езжай. Неуязвимость включил. Постоял так секунд 5. Продолжает стоять, побежал. Так она у тебя уже кончилась. Ой, ребята, что творится? Что происходит? Черт подери, что происходит? Знаете, мемчик такой.
Ну, Хаусит, он работает, Хаусит делает, но маленько что-то как-то не может развернуться. Вот он сделал, уперся он в этих облитов, кошмаров и одержимых, и дальше он перестал производить что-либо. Т4 идти надо. Надо копить на Т4. Или ты хочешь, так хочешь закончить игру прямо сейчас? Че, стан? Сейчас тебе мон еще сломают, я вообще просто смеяться буду. Танки. Бог ты мой. Бог ты, боженьки. Господи Иисусе. Ага, продолжай турельки клепать. Молодец, продолжай. Move closer. Ты не используешь Банеблайт полностью. Ты не используешь полностью мощь своей машины смерти. Так, Дредноут. Танк. Терминаторы. Ох, сломали. 200-200 прилет был, да? Все, поехал обратно. Езжай домой. За главку уедь. Две главки, чувак. А, две главки. Увеличь свою армию. Стоп, макроин. Кто бы говорил, Хаосит? Кто бы говорил? Иди в Т4. Делай корову, делай принца. Две главки ему не нравятся. Нет смысла строить вторую главку. У тебя есть смысл, все отдал. Принц. Прирост. Еще прирост. Ох, жесть, братцы, жесть. Бог ты мой, столько резов. Т4, не может быть, Т4. Ох ты ж, блин, Т4. Ой-ой-ой-ой. Т4 у парней. Как же так? Ох ты ж, блин. Ну что, вычинивай монолитик, опять некрон без генов. Отстраивай. Свежей гони. Ой, свежей скоробеев чини. О, блин, а. Что происходит? Опять пауза. Продавить не удалось. Легкая заминка такая, пауза. Да, начал строить. Взяли они перерывчик, парни. Начали. Побились друг друга, избили. Взяли перерыв. Война войной, обед по расписанию. Все понятно. Так. Бенни стоит. Турели. Обязательно турели. Обязательно добавить турели на передовой. Я согласен, если турели. Игра затягивается от космодесантского дропа. Турель. Чтобы дредов забрать. Хотя бы первоначальных, знаете. Ну, лиманы. Ладно, лиманы поправят ситуацию. Где огрины, каски, тяжиками закрываться. Еще арту добавлять. Нет, сейчас лиман выйдет, и все, арта уже будет не нужна. Он 5 стоит, будет 19. Че у тебя? Где ЛР? Еще терминаторы. О, неужто сядешь, а? Капеллана присоединил, молодец. Да, сел, господи, он будет дроп делать. Ну, надеюсь, не вот сюда, вот, не в пролом будет он делать. ЛП-3. Телепорт. Еще одна главка. Еще пачка готова. Монолит. Ну, некрон восстанавливается. Гены себя отстраивает. Главочку строит. Нормально, монолиту сейчас будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот плюс 80, да. Простой, ага. Шрайкер, his IQ. Долбите по шрайкерами. Не по точке, долби шрайкерами по главке. Колдун. Т4. Т4 ты делаешь для Блатырстера, я так понимаю. Еще кошмары. Ага, отменил принца, да, заказал Блатырстер. Хорошо. Игра уже переходит в стадию абсолютного конфликта. Еще одна яма демонов, да, когда одной недостаточно, делаешь второго для принца. Она же быстро построится. И стоит сотню всего. Чего бы не построить? Конечно, построим. Блатырстер. Колдун передвигается туда, где он обратится и полетит. Главочки ломать. Ага, шейкерами. Будешь стрелять? Будешь стрелять? Да! Будет. 6000. Бабах! Сколько выбиваешь? 1300. 1400 вышибаешь. Да, вышибаешь 1400. Бах! Бабах! Ты выбиваешь где-то 1400, браток. Шейкер снимает 1500, грубо говоря.
1400. Ну так продолжай. А, ресы кончились. Не кончились, продолжай работать, сломаешь. Defend your mono. Защищай свой моно. Ну добей главку-то, добей. На, хорош, давай еще пару залпов. Хорош, да. Давай еще залп. Закончи это, сломай ЛП-3 главку, сломай ее. Ну, ну. Атакуй хаос, быстро. Пишет Энигма. Давай, давай, заряжай, 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 сломаешь. Давай, 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 давай. Да, заряжает, ну-ка. Бах, да, ровно 1400. Еще прилет, сломано. Блин, а. Главочка сломана, лендрайдер зато заказан. Монолит. Дело к концу идет, конечно, но... Летит Бладтерстер, и парни переходят в решающее наступление. То есть три пачки кошмаров здесь высаживается, я так понимаю. Три пачки кошмаров, Талон, Облиты и Бладтерстер. Терминаторы встречают. А, терминаторы не встречают. Сломали постройку. Терминаторы ничего не встречают. Так, сюда прыгает Мон. Лорд. Генераторы падают. Ну, я так понимаю, верхняя команда все-таки одолеет. Хотя, возможно, сейчас будет размен баз. Возможно, будет сейчас размен баз. Будет уничтожена главка и у хаоса. Нет, гвардеец спасет. Гвардеец спасет, ребята. Он спасет, он задефает. Это здесь будет развал, полный развал СМА. Уничтожение. Ну, вот они, два танка, и вот он, лендрайдер. Ну, классно же все. Но нет, увы, слишком... Увы, слишком поздно это все. Чересчур... Поздно. А здесь все, 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 да. Конечно, бежать назад, отступать. Repair LR. Чини лендер. Да, конечно, с корабеями надо чинить лендрайдер. Казармочка. Лжец. Ну что, касок заберешь? Ну и что? Блин, а, ну, ребята, вы видели все сами. Ну, СМ отбился, он потерял все производящие свои здания. Осталось только яма машин, где ты будешь танки производить. А нет, не будешь танки производить, ты не в Т3. Танки отменяются. И поехал вперед. А там тебя ждет Бенблейд, два лимана. Кстати, хаусит-то закончился. Хаусит кончился. Новый Бладтерстер, принц готов. Лорд хаоса. Сейчас будет два демона, он уже превращается. Да нет, не превращается. Ну, кстати, вот эти монолит. Кстати, два танка-то, а, блин, сломают. Не чинится ведь никого. Чини, чини. Чинить надо. Нет, ЛР падает. Не чинится ЛР. Да, сломан. Ни починки, никакой слаженной работы, ребята. Вообще. Ух ты ж, блин, а, ну больно смотреть. Нижняя команда могла выиграть 10 раз. 10 раз, наверное, могла выиграть. Как и верхняя, наверное. Блин, хотя насчет верхней я сомневаюсь. А вот нижняя точно. Ну, если сейчас, вот знаете, если сейчас вот они пойдут, знаете, Беню сейчас сломают, ее застанет, знаете. Ну, вдруг выгорит, а? Вдруг выгорит. Где твой монолит? Вот он стоит, прыгай вперед. Прыгнул. Принц, Бладтерстер, Роблет новая. Кошмарик здесь стоит. Ломает точки, ломает точки. Ломан танк, отбились. Парни отбили, 200-200 стреляет по монолиту, по дестройерам, кстати. На, сломан, эх, ты ж, блин. Надо немножко с упреждением стрелять-то. Чтоб, когда он уже доедет, выстрел-то совершился. Ну чё, есть ли шанс у нижней команды? Есть? Оглядите, а типа есть, ребята. Ребятушки, типа есть, смотрите-ка.
Неужели затащит, а? Да нет, 200-200, он шмаляет, монолит не двигается. Облиты сейчас заберут терминаторов, заберут лорда. Принц заберет дредов. Танки Т4 заберут дредов. Нет, 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 турелька, нет. Мак юнит, сделай юниты. Бенни стоит, лиманы новые. У тебя две казармы, а ты в одной производишь по оба лимана сразу. Ты хоть раздели. Да, слив. Не удалось. Контр-игра не удалась. Контр-игра не получилась. В Т3 к 30 минуте, да, это правильно выйти в Т3 к 30 минутке. Да, все правильно. Все верно, в Т3 к 30 минуте. Хорошо. Сломан. Ну, ребята, знаете. Ну, знаете. Да, принц проходит прямо туда, и монолит ломается. Турельки можно, правда, поддерживать. Танки проезжают просто. Нет, сагрился на турельку, сагрился. Нет, 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 передумал, передумал. Лорда бьет. Нет, монолит идти ломать. Ну все, минус мон, не вычинишь. А, пара Т2 турелек. Нет, тут уже и Беня, и два танка. И принц бьет самый большой урон среди всех демонов. Это у принца, ребята. Правда, нет? Куда он делся? А, набросил новый. Набросил новый монолит. Космодесант пустой. Абсолютно пуст. Вы видели сами, кто здесь что делал. Ах. Ну, больно смотреть такие игры, братцы. Потому что парни... Парни очень крайне неопытные. Крайне неопытные, ребята, крайне. Ломается, ну и СМ выходит сам. СМ выходит сам. Да, новый блатырстр, главочка. Вот три здания сломать и все. Нет, да, даже сломано не будет, выйдет сам. Синхрон выходит и СМ выходит. Да, братцы, да. Ну, блин, вы видели все сами, ну, оставьте комменты. Поставьте видос на паузу и напишите следующую порцию комментариев, что вы думаете по этому реплею. А мы переходим к еще одному реплею. Бонусный повтор. Как говорится, бонусный реплей у нас, он очень короткий, но он крайне показательный. Крайне показательный, ребята, повторчик. Итак, в одной команде Фельдгурат, имперская гвардия, в другой космодесант, Керск Джонни, Курск Джонни, наверное, да? Здесь сестра битвы, которая идет в 4 рабочих со старта. Это значит, она побежит что-то кому-то ломать. И Империя Тауджи стайл. Итак, реплей крайне короткий и крайне показательный. Так, значит, космодесант строит казармочку. 2 скаута у него, все хорошо. Собирается СМчик, значит, поиграть, возможно, в известную, в отработанную для него тактику на проломчике. Ничего не предвещает беды, как говорится. Генератор. Нет, что-то уже начинает беду. Не, да, форс. Форс, генератор, все у парня хорошо. Он готовится играть классическую свою игру, которую уже, наверное, сыграл не один десяток раз. Форс, потом Т2 серая или техника, потом Т3 терминаторы. Ну, знаете, схема отработана. Но тут, опа, увидел гвардейца. Гвардейцу смысла идти нет. Пойдем на другую сторону. Сестра думает. А вот космодесантнику сходить в гости всегда удобно и комфортно. Вкусная казарма. Форс не успеет выйти никогда. До свидания, казарма. И вот эти вот веселые ребята, веселые строители сестры битвы, эту казармочку у нас разваливают ее. Произошел демонтаж постройки. Космодесант остался без здания. Просто выбросил. Просто было здание, нет здания. Что потерял СОП? Ничего не потерял СОП. А космодесант потерял 250 влияния. Да, ведь влияние. Тут же происходит декап точки, прилетают веспиды, ищут вкусный ген, вкусный, бедный, сладкий космодесантник. Гвардеец, он здесь, он помогает, у него пачка гвардейцев с комиссаром, у него здесь КС, он здесь, он пришел на помощь сразу.
Но что ты тут сделаешь? Что сделаешь? Минус казарма, минус ген, и еще и точка захватывается, и веспиды улетают. Гвардеец выходит из игры. Он не собирается больше в этой трошанине участвовать. СМ был уничтожен, унижен полностью. А у сопки все хорошо. Застроено. Рабочие сейчас вернутся, а может быть и не вернутся. Еще побежали дальше на главочку. Понимаете, один вернулся, будет строить дальше здание. Подходят собочки, подходит каночка, веспиды, тау-командер, и страдания с мани заканчиваются. Казарма падает еще разок, и он делитит свои здания. Напишите, братцы, комментарии сегодня в последний, в третий раз. Что ж, три повторчика мы посмотрели. Темный храмовник, спасибо тебе большое, братан, за присланные реплеи. Оставайтесь на связи. Оставайтесь со мной.